следующим заданием все снаряжение было проверено дважды. Хотя программа гамма-исследований АИМ была свернута, был начат новый эксперимент, о котором мы не знали. По полученным данным, АИМ пытается воссоздать условия появления мерзости и поставить его на поток. Вот координаты лаборатории, где проходит этот эксперимент. Эта лаборатория специализируется на гамма-исследованиях. Мерзость — самый успешный их проект. Нам надо попасть туда! Значит, это и есть лаборатория? Да. АИМ перевело сюда очень много охраны. Немного. Пора с ними разобраться! Прямо на луч вредно для здоровья! Весьма обязан. Твой рыцарь в сияющих технодоспехах прибыл. Конкретно прижали! Клинт выбыл из боя! Возвращайся в строй! Спасибо! Дарис! А где излучение? Вам нужно сесть на поезд к гиперцепи. В маленький шахтерский городок Венчур-Ридж в Вайоминге. Включаю канал связи местной полиции. В центре города застряли три группы гражданских. Паркинг на 17-й, там еще люди. Выходить на улицу опасно. О нет, АИМ уже запустила эксперимент!
Сколько ж их? Отправляйтесь на окраину города. Полицейским нужна твоя помощь. На них могут напасть гамма-чудовища. Вот черт! Это Халк! Они перепугались. Отлично! Халк, нам нужна помощь! Никаких гамма-чудовищ! Только ребята из АИМ! Разберись с ними, Халк! Счет сиесты! От чистого сердца! О, нет! Сколько ж их? Отправляйтесь на окраину города! Полицейским нужна твоя помощь! На них могут напасть гамма-чудовища. Вот черт! Это Халк! Они перепугались. Отлично! Халк, нам нужна помощь! Никаких гамма-чудовищ. Только ребята из АИМ. Разберись с ними, Халк! Газ. Халку можно доверять? Они могут быть связаны с процессом гамма-трансформации. Их надо уничтожить. Устройство, которое мы ищем, выбрасывает токсичный гамма-газ в воздух по всему городу. Если он не убьет жертву при первом контакте, то впоследствии она может стать гамма-чудовищем. Отключить машину, не выпустив в атмосферу еще больше гамма-токсинов, мне нужно находиться поблизости от нее и чтобы АИМ не мешало. Подберитесь к ней и удерживайте противника на расстоянии. Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь.
За работу. Теперь ты в безопасности. Рядом расположен ящик с оборудованием. Вижу Халка!
Рядом с вами обнаружен один из старых тайников щита. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Вы обнаружили вход в складской бункер АИМ. Живых существ не обнаружено. Нельзя ли тут что-нибудь одолжить? Yeah.
Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Я проник в систему, но вам по-прежнему нужно не подпускать ко мне бойцов АИМ, иначе они помешают мне работать. Не время хандрить, дорог! Джарвис, как у нас дела? Я пробил первичные системы защиты. Не отходите от машины. Почти готово.
Дело плохо. Вы знакомы с Халкбастером? Воздух начинает очищаться. Джарвис, передай полиции, чтобы они начинали эвакуацию. Да, мисс Хан. Аим направила элитный отряд для установки дополнительного гамма-излучателя. Полиция вот-вот начнет эвакуацию. Халк, ты должен их остановить. Высылаю вам координаты команды. Бандюги. Это крайне важный проект для АИМ. Они тратят немало сил на его защиту. Займись ими, Халк! Хотите увидеть все мои пушки? Запросто! Да, один есть. Осталось 4. Еще один агент нейтрализован. Третий агент убит. Ты не один такой. Под городом находится крупное гамма-существо. Не может быть! Может. Мерзость здесь. Высылаю координаты входа в подземное исследовательское учреждение АИМ. Халк, иди! Халк, стоять! Надо поздороваться со старым другом!
не выходит по-хорошему, будем по-плохому. Господи, это мерзость! Он здесь! Нет, нет, мы опоздали! Время есть! Халк, не знаю, что происходит, но ты должен покончить с этим. Ради Брюса. Он чувствует вину за допуск Моники к гамма-исследованиям. Поэтому он так тебе строг. А вот и ты. Хочешь посмотреть, как я создаю себе армию? Он хочет превратить всех в гамма-зомби. Останови его! Он псих, Халк! Не слушай его! Моника гений! Никогда не ощущал такой мощи! Глупый слабак Бен. Он считает, что таких, как мы, быть не должно. Моника не такая. Она видит, на что мы способны. Безмозглый громила. Но взгляни на меня. Подумай, чего достигнут сотни, тысячи таких созданий. Он псих, Халк! Не слушай его! Yeah!
У меня суперские новости. А, это видно. И какие? Джарвис выяснил кое-что про гамма-исследование. Программу свернули. Это же хорошо, да? Да, да. Просто жаль, что до этого вообще дошло. Вы не знали о планах Моники? Я думал, она учится на моих ошибках. Она их просто использовала. С этим покончено? Да, покончено. И все благодаря вам и Халку. Этот город спасен от Аима, а также многие другие города. Ну, в этом мы со Здоровяком полностью согласны. А? Не хотим, чтобы с другими произошло то, что случилось с нами. И не случится. Я надеюсь. Ты молодец, Халк. Не просто молодец. Я думаю, мы с тобой не враги. Если я и должен вынести урок из того, что со мной сделала Моника, она не считала тебя врагом. Ты был даром. Обещаю тебе тоже воспринимать тебя так. И... прости меня за все. Приветствую, мстители. Сопротивлению удалось обнаружить еще одно хранилище щита. В этой зоне также замечено присутствие Аим. По всей видимости, оно тоже его ищет. Найдите хранилище и заберите оттуда ресурсы раньше противника. Я не располагаю данными о точном местонахождении хранилища. Детектор сигналов должен поймать частоту щита, когда вы окажетесь неподалеку от него. Осмотрите территорию и обнаружите цель. Осмотрите окрестности и найдите хранилище. Детектор сигналов должен поймать сигнал щита, когда вы окажетесь рядом с ним.
Проследуйте в указанную точку. Уже не встанет. Рядом расположен ящик с оборудованием. Разберемся с ними! Директор Фьюри не отметил это хранилище щита на официальных картах. Найти его можно только с помощью детектора сигналов. Если вы хотите найти хранилище щита, обыщите окрестности. Берегись! Чтобы найти хранилище, настройтесь на его частоту и идите к источнику сигнала. Отлично! Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Встанет.
Вот оно, прямо по курсу. Вы обнаружили хранилище щита. Пожалуйста, пройдите внутрь и спуститесь на лифте. Автоматика вас узнала. Спускайтесь в зону активации. Кейт, ты прости, что я не отыскала тебя после Дня Мстителей. А, ну да, я попыталась сама тебя разыскать. Понятное дело, не смогла. Я думала, что для тебя так будет безопаснее. Из-за этой истории на нас спустили всех собак. Быть Мстителем стало опасно. Неподалеку есть хранилище. Для начала активируйте его главный терминал. Хранилище по-прежнему закрыто. Чтобы открыть его, введите код подтверждения. Кода запущен. Вот кода подтверждения. Пожирай второе подтверждение кода. Вот кода подтверждения. Процедура подтверждена. Запуск процедуры проверки кода. Идет зарядка Эми. Пожалуйста, отойдите от входа в хранилище. Идет зарядка Эми. Пожалуйста, отойдите от входа в хранилище. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Thank you.
Вот кода подтверждения. Ожидаю третье подтверждение кода. Процедура подтверждена. Внимание! К вам направляется хакер. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Ожидаю четвертое подтверждение кода. Вот кода подтверждения. Последняя процедура подтверждена. Этапа протокола открытия хранилища. Протокол открытия хранилища завершен. Открытие двери хранилища. Спасибо за проявленное терпение. Осторожно, высокий порог. Задание выполнено, а им не достанется содержимое очередного убежища щита.
Отличная работа, мстители. В этом хранилище были важные материалы, и теперь мы оказались на шаг ближе к полному восстановлению щита. Наши разведчики продолжат искать такие хранилища. По нашим данным, это не последнее.